Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на канал Inform TV. 5 июля 2021 года от последствий коронавируса скончался гениальный кинорежиссер и талантливый актер Владимир Меньшов. Ему было 81. Тогда на прощальной панихиде в Центральном доме кино яблоку негде было упасть. Сотни, даже тысячи поклонников провожали Владимира Валентиновича долгими и искренними аплодисментами. Уже тогда Вера Валентиновна выглядела не очень хорошо. Оно и понятно, актриса потеряла любовь всей своей жизни. Цитата. «Казалось, что Вера плохо себя чувствовала, она рыдала, ей приносили воду, очень тяжело было на нее смотреть», – поделился со стархитом очевидец. Для народного артиста России выделили место на центральной аллее самого престижного кладбища – Новодевичьего. 5 июля 2022 года, в день, когда исполнился год со дня смерти Владимира Валентиновича, на место его захоронения пришли поклонники, ученики и друзья, ну и, конечно же, семья. Вдова, дочь, зять и внук. Тогда они недолго побыли возле могилы, так как было много других людей. Юлия не стала отвечать на вопросы зевак, которые спрашивали, когда на могиле появится памятник. А сегодня, в день рождения Юлии, семья снова решила приехать на могилу к Владимиру Валентиновичу. Близкие привезли несколько букетов. Дождь, который начался, когда они приблизились к могиле, они сочли добрым знаком, как будто небеса заплакали вместе с ними. Свидетели утверждают, что Алентова вначале держалась бодро и даже не плакала, но потом слезы градом полились из ее глаз. Она не смогла стоять, у нее подкосились ноги. Зять и внук под руки увели ее в машину. Юлия ушла вслед за ними. Видимо, Вера Валентиновна до сих пор не может смириться с этой страшной потерей, а визиты на кладбище еще больше усугубляют эту рану. Очевидцы утверждают, что семья поехала не в сторону дома, а в сторону больницы, которая находится неподалеку. Видимо, Алентовой понадобилась помощь медиков. Будем надеяться, что с ней все в порядке, и в ближайшее время родственники дадут официальные комментарии. Мы приносим соболезнования родным и близким Владимира Меньшова. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Удачи!